What if Owen's somewhere else? He's there. Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny... Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. Жестко. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. I get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with these many scars in the area. Manny, please. Alright? Да. Если мы оба умрем, то минус... Минус нападение, минус военный потенциал всего поселения. Так, ча, подожди, ты пока там, конечно, прыгай, красавчик. Иди-ка ты нахер, тут вон есть пилюли для братули. Одна. Один винтик был. Мать. Что за херня? Что у меня по пилюлькам? Перемещение ползком, больше заточек. Не знаю. Вообще скорость перемещения заложником, ползком. Вот хорошие, конечно же. Талант на больше заточек. Но что-то мне подсказывает, что на самом деле это особо мне и не нужно. Вот задержка дыхания звучит как что-то охеренное. Ладно, я пока, короче, не буду. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can't handle all this emotion. Братан, эта Эбби не проживет два дня. Эта Эбби будет переигрывать. Очень важно понимать. Come on. Так что нет. All right. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously, watch yourself out there. See ya. Бывай, пиндехо. Just follow the sunset. Follow the sunset. Give papa. О, скоро еще устойчивость покачаю. Кайфуха. Кайфуха. Great. Уже слышу звуки рваной сраки. Порвали парус будет. Смел. Нормальный тут салон. Чё, как мы? Тут перепрыгнем? Перепрыгнем. Тут что не будет у нас? Не знаю. Я... Ладно, не буду возвращаться. Там еще здание было, я его как-то задинамил, но будем считать, что в него нельзя просто попасть и все. Ой, скоро. Скоро порвут парус мне, ребята. Ой, порвут. Ой, порвут парус. Нет места на... Окей. Заточка. Создает две заточки, ломающиеся после применения.
Можно. Нет, да то, что потрогать не буду. Поползи, чё. Блин, эти ворота. Так, чё у нас тут? Башенка, башенка. Придется лезть сюда. Звуки пупыря. Уже слышу. Где он? Далеко пока. Чего? Я же жал назад. Она не отползала. Выползамс. Закошка. Патроны просраны. Патроны просраны, все просрано. КП просрано. Либо, блин, прет. Просто вперед. Проиграл в катсцене. Ну, real deal. Несправедливость. Саша, разгон. Да, никто этого не видел. Подожди, а тут... О, нифига себе. Слава богу, я не перепрыгнул. Ой, слава богу, я не перепрыгнул. Чуть было не было. Так, тут что-то есть. Надо в эту башню зайти. Тут 20 пилюль. Покити фак. Мэйщи гайд ю. На тебя уже заполнено 8 лет почти. Где я был эти 8 лет, пока ты бомбил ХС? Ну вот, получается, в чате и был, чё. На без ножа. Ну что, действительно слабенькая, да, согласен. Исполнение хромает. Так, здесь, ага. Нам сюда. Ага. Не проехали мимо, нашумели вот это. Ну, еще тоже какая-то ППГ есть.
Угу. Че, лупуны стоят? А, давай. Не-не-не, не буду трубу жать. Быстрое убийство нужно, если надо прям... Любезный спиртик. Совсем не щадишь псилоцибиновых бомжей. Да? Погляди-ка, что тут у нас есть. Тут есть еще дальше проход. Еще подожди, да я посмотрю. В унитазе никто ничего не спрятал. Нет места. Место на что, прости? А, подожди, ты не делаешь огонь? Охо-хо. Это прям плохо. Я подумаю над этим. Буду ли я тратить ценнейшее. Воу-воу-воу. Ну, безлющая, она просто руками скатывает. Заточку просто зачем? Блин, да какой-то плохой. Чё ты меня развёл? Будем тратить. Честно говоря, не хочется. Не буду. Чай остается. Вот он меня развёл реально. Сукин пес. Было просто убивать его. Да блин, они показывают на экране заточку, а я парень простой, мне говорят, заюзать заточку. А я такой, о, нифига, можно заюзать заточку. Беру и делаю заточку, как дурак. Так, четкость режима слуха, увеличение дальности слуха, режима слуха. 77. Я вот, кстати, этим совершенно не пользуюсь. Скорость перемещения захвачена. Скорость больше заточек. Изготовление 3, вместимость 6. По 3 заточки будет делаться. Так здорово. Но все остальные перки такое говно. Вот это хороший талант, потому что просто его можно взять, потому что это просто позволяет в режиме слуха гонять. Но здесь просто вот это, вот это, вот это. Так я хотел на самом деле. Можно показать. Можешь показать мне, как этим пользоваться? L3. Ага. Но я этим реально пользоваться не буду, слишком сложно. Честно говоря, по ощущениям, на самом деле, Элли куда больше терминатор, чем Эбби. Так. Давайте. Блин, даже не знаю, куда лучше бежать.
здесь тупик. Но здесь есть вот это. Ага. Куча спирта. На него нет места. Издевательство какое-то. Что же у тебя с крафтами-то такое? Целая единица спирта. Ладно. Так и быть, твоя взяла. Ну, стряпка. Тук-тук. Я прям что-то... Только послушаем сначала. Нет, все нормально. Спирт нет места, мне он не нужен. Пилюлиты. Это хорошо. Много пилюлит. Сколько я коплю пилюлит? Я коплю еще 13 на дальность режима слуха. Наконец-то у меня будет нормальный режим слуха. Тряпка, кайф. Как так вышло, что ты не можешь тряпки нарезать там, я не знаю, с какой-нибудь нормальной хрени? Здесь крафты хорошо, устойчивость можно будет подтянуть. Слышу. Вижу. Да почему у тебя заточка? Подожди, я не понял вот сейчас. Я вот сейчас не понял, ребят. Я сейчас все продолжаю не понимать. Секундочку. А Эбби чё, не может хватать и убивать их, что ли? Я вот сейчас, только сейчас понял вот этот режим заточки. А чё мне с ними драться-то? Как вы себе это предлагаете? То есть Эбби может только рукой их захерачить, что ли? О май факин гад. Только у Элли многоразовый нож. Это и механика многоразового ножа, сука. О май факин гад. Ладно, тогда мне нужны заточки, тогда... Ой, тогда вообще все меняем, ребят. Ну, нам нужны заточки. Нам нужен крафт заточек просто. Просто массовый. Подожди, а вот эта штука, это хорошо? О, господи. А просто пушкой захерачить никак? Руками там пристрелить? В первой части Джоэль тоже в рукопашку. Ага. Ну понятно, там Элли была типа малая. Ну это прям трындец. Элли, кстати, в отличие от Эбби же еще в отличие от Элли не. А! А, так мне перепрыгнуть надо. Fuck it, fuck. Я... Васька Дагама. Добрый вечер.
Блин, так надо их как-то убивать, наверное, просто квадратом, наверное. Так, ладно, с прыжками. Че, подожди, а что у нас там? Я вот тут что-то смотрел, что есть вообще. А, так в смысле, здесь как раз-таки проход дальше. А там явно секретик какой-то. Короче, иди поделай прыжок. Шашлык. Так. Не беси. Ой, молодец. Так, хорошо. Бо, извини, что у меня здесь не было, когда ты вернулся. Такое чувство, что тут бомба взорвалась. Видимо, кто-то стукнул Федора насчет наших делишек с пайками. Держу пари. Это была та змеюка Дзяо. Мне удалось кое-что припрятать, но боюсь, наши деловые партнеры будут недовольны, что груз ушел. Припасы в сейфе. Код 689689. Ищи меня в другом убежище. Пора обдумать стратегию отхода. Так, 68. Потом 69, но цифры поменяли местами. Потом 89. А, подожди, 689, 689. Саша, как ты... Это буква... Вау! Как я с первого мгновения не увидел эту симметрию? Это же типа точка с черточкой, две... Ой, господи, точка с черточкой. Кружочек с черточкой, два кружочка. И кружочек с черточкой, но перевернутый. И еще кружочек с черточкой, два кружочка. Это же про черточки и кружочки. 689, 689, поехали. Так, ищем. Ищем пайки. Так, а тут, подожди, стоп, что? Здесь мы сможем подняться? О. Подожди, стой. Я же вижу. Ага. Пророчица моя, прошу тебя, даруй старейшинам мудрость, чтобы они привели нас к победе над нечестивыми псами. Зачеркнуто. Прости, что тревожу тебя, но времени мало. Надеюсь, успею добраться до врат мученика и передать тебе свои слова. Ну тебя, присмотри за моим сыном. Пусть он будет счастлив, пусть он выживет. С тех пор, как все нарушили мир, погибли многие. Молю тебя, пусть мои родные доживут до награды за эту жертву. Фактаж. Ты же утырище. Так, минус пушка. Открыть мы можем? Мы можем, теперь можем выйти. Так, кирпичико. Если что, это прям вообще кайфуха. Тряпочка. Тряпочка, 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 тряпочка. О-о-о-о! Fuck yeah! America! Fuck yeah! Пора мне уже тогда, получается, новый дробовик. Раздали. Пора уже найти сейф, в котором мне дадут холстер. Так. А я, кстати, не вижу сейфа. Почему? Где сейф-то? Ва! О-хо-хо-хо!
Бичу призу. Так. Так, а где? Где? Она где-то должен быть сундук. Где сейф-то, мать твою? Куда я. Где я могу прос. Где его просрал? Брат, ты понимаешь болгарский? Не, я не говорю ни на каких языках. Я бугла. Я на русском-то с трудом выражаюсь. Смотри, правда, в глаза. Так. Так. А где сейф? Я пропустил сейф. Так, покажи мне, пожалуйста. Из булочной жасмин. Сейф из булочной жасмин. Булочная жасмин. Ладно, я думаю, что мы ее еще просто не нашли здесь, да, булочная жасмин. Так, отсюда мы пришли. King Street Relics. Ruby Dragon. Так. Jasmine Bakery. Ага, надо сюда каким-то макаром. Как мы туда можем попасть? Так, хорошо. Все плохо. Сейчас давайте посмотрим, может быть, мы здесь где-то что-то пропустили. А, ёпрасоте, слышь? Вот теперь нормально. Уже тряпочка локтем, блин, разбивает стекло. Ой, не в ту сторону. Так, что у нас здесь? О, новая книжка, малышка. Как бить руками? Да есть же читать. Да! Да, а чё, мне дадут новые таланты? Наконец-то ближний бой. Эбби, давай. Ой, таблеток мне. Да, да, да. Да, да, покажи ближний бой. Убивая врага мощным ударом, ваша следующая атака рукопашная, проведенная в течение короткого времени, тоже станет мощным ударом. Улучшенные аптечки. Улучшение устойчивости, ускоренное использование аптечек. Говно какое. Инерция. Да что это за талант? Убивая врага мощным ударом, ваша следующая атака в рукопашной, проведенная в течение короткого времени, также станет мощным ударом. Мощным ударом называется рукопашная атака, позволяющая нанести значительный урон обездвиженному или захваченному врасплох противнику. То есть я смогу как-то, может быть, две заточки делать или что-то в этом духе, но это же будет все тратиться, это же говнина редкая. Улучшенные аптечки... Ну вообще, вот этот талант, это просто караул. Так, здесь дальность 40. Будь здоровье плюс 25. Устойчивость, точность. Прям топовая стрельба. С быстродействующей аптечки, да. Ну, ладно, поехали. Повышенная... Давай, пробуем. Посмотрим, может быть, это имба. Сразу нажрались. Сразу нажрались таблеток. Как зайчики. Полетели. Эбби, конечно, вообще. Да, игра, конечно, красивая вообще еще. Добавок. Несмотря на то, что я играю на PS4, это же типа там, я так полагаю, был ремастер еще игры, да? То есть она есть, то есть еще более красивая версия.
Даже на 30 FPS, на PS4 она выглядит восхитительно. Кэм, спасибо за записку. Знал бы ты, как я по тебе соскучилась. Кстати, я все еще охраняю эту их пророчицу. Я тебе не рассказывал, но в прошлую смену я с ней говорила. Я спросила, зачем она это делает, почему не прикажет своим людям сложить оружие. Сперва она стала нести обычный шрамовский бред, типа мы слишком зависимы от машины, должны вернуться к природе. Но потом признала, что сама не хочет войны, она сказала, что эпидемия — это как бы звонок будильника. Он разбудил не всех, ну или что-то вроде. Мне было очень интересно, но тут пришел от придурок Льюис и дал мне по шее за разговор с пленной. А когда он стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. И даже когда охрана била ее и затолкала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. Все говорят, что она чокнутая. Но вот что я... скажу, кажется, я начала понимать, о чем она говорит. Да, эти ее шрамы конченые психи, а вот в ней самой действительно что-то есть. Говорят, ее собираются перевести в более надежное место. Встретимся дома, береги себя, Салли. Угу, она типа... Да. Да, Айзек еще тот. О, кобура. Какая красивая ждала меня. А я говорил, она мне нужна. Кобура для пистолеро. Взрывчатка. Могу пайп-бомб сделать. Ну, делать нечего, надо делать пайп-бомб. Пайп-бомб. О, они, кстати, из спиртухи делаются. Кайфуха. Убери, пожалуйста, из рук. Меня прям убивает, когда она фитиль зажигает и держит в руках. Так, здесь что у нас? Здесь выход. О, пушка-воздушка. Здесь перейдем. Нет, не надо, спасибо. Так, надо там дочекать, что есть. Угу. Ой, целые ножницы. Какая красота. Здорово, обсервер. Так, там нам туда, конечно же. Это был типа выход, да? Мы могли просто оттуда выйти и спрыгнуть сюда. Вот, ты ж мать твою. Это неждан. Немного. Сейчас, погодите, я чувствую, что мне туда. Чувствую, что мне туда, но еще и бабочки повылетали. Раз мне туда, то значит надо всякие вещи пощупать, а только сцена начнется, и пощупаю я член. Как обычно. И я не имею ничего против щупания членов. Проблема в том, что это будет вялый. Не мой, не санкционированный, а вот это вот уже лишнее. Так, нет, подожди, мне кажется, туда будет надо туда, так что да, давай-ка сначала. Все-таки нет, все-таки я наврал. Давай, спиди, пожалуйста. А! Господи. Так, сцены не будет. О, подожди, а это что? Кучу сообщу. Пророчица, я хочу вернуться на охоту. Молю тебя, даруй мне сильного и быстрого коня, новое седло и уздечку. Уздечку? Ага, понятно. Ну прости, обрезание не надо было делать. Пророчица, даруй своим детям благополучие и силы, чтобы очистить этот мир от скверны и начать все заново. That's a big ask, dude. Пророчица моя, прошу тебя, даруй, молю, даруй мне. Может быть, я хочу невозможно, но прошу тебя, благослови псов прозрение, мудростью, любовью, чтобы они смогли отвинуть свою гордыню и сложить оружие. Даруй нам мир. You want peace? Easy. Stay on your island. Прозрение не даровано. Понятно. Ладно, значит, мне наверх.
Я на самом деле, как бы, вот что в Last of Us, если вот попытаться по-честному начать что-то критиковать и докопаться до чего-то, то первое, общество, которое у них тут создано, абсолютно невозможно. Второе, общество, которое они создают, в первую очередь, пытались бы как-то договориться, пытались бы идти на переговоры, имели бы посольство и всякую такую херню. То есть, как бы, просто вот такой штуки, что мы прям не понимаем, что происходит, не было. В первую очередь, все бы пытались именно базарить, 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 без конца базарить. Почему? Потому что, на самом деле, в междоусобной войне не выживет никто. Если ни у кого нет никакого ни технического, никакого другого преимущества, то все начинают дико сосать письку. Это естественно. Просто начинают смотреть друг на друга, как бакланы. И кто больше... Письки насосет. Что, собственно, трагедия. Так, мы пойдем сюда. Как бы любое противостояние для групп людей ценно тогда и только тогда, когда они хотя бы верят в то, что... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо. Ага, Mother's Gate. Охранит нас она. Понял. Эксперт постапоков. Да, конечно. Эксперт по всему, а не по постапоку. Так. We are blessed by our prophet's words. She taught us to live simply. So many monuments to their excess. What a waste. They brought on their own. The... There's a wolf here too! By the counter! Да не то же. Не то же делаю. Да иди ты нахер, так убейте меня, пожалуйста. Я просто хотел дать кирпичом. Просто захватывай. Пей меня, пей. Ты так говоришь, как будто сосание письки это что-то плохое. Сосание письки это очень здорово. Есть несанкционированное сосание письки. Когда говорят о сосании письки, именно несанкционированное сосание письки и имеют в виду. Это очень важно понимать. Ты его закинешь? Не надо. Слышу. Где? А мы где-то просто в этом? Из окна меня палит? Все, понял тебя. Буду из окна палит. Сразу двое.
Хорошо. Перезарядочка. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Не видел. Вижу. Не попадешь. Вижу. Куда ты хочешь? Сюда? Мясо добраться. Да кто через деревяху стреляет? Да что же это за херня-то? Так, есть варик его отсюда как-то заговнить? Не думаю. Вот, кстати, дубина, мне кажется, интересна. Выглядит как что-то страшное. Так, вы видите его? Того, кто по нам открыл огонь? Я нет. Ага. Я не вижу. Вижу вон там. А, вон там? Так вот же он, ё-моё. Кажется, или... Так, можно попытаться... Я не вижу, хоть убей. Теперь вижу. Ой. Как же они бесят, сколько же их там говноедиков. Снусоедиков. Себе стрельба от меня. Я вот надо учиться это делать. Хоп-хоп, сразу зажал. За время, пока синий таймер справа тикает. Ах ты сука. R1. Больно-то. Кала поел. Какие же вы бесячие. Слушайте, возможно, аптечка и хорошая идея. Это на самом деле в таком случае. А лук я подобрать не могу, да? Эбби не лучница до сюда. Я вообще прям не вижу. Какой смысл экономить аптечки, если их 3? Блин, это такая бесячая штука. Как я должен здесь?
И тут еще и засвет, это вообще просто полный трындец. Угу. О. Сейчас, если ты их не будешь экономить, у тебя их не будет. Три. В этом и суть. Ну бас, это просто пипец. Так, что-то у нас здесь есть какое-то. Какой-то автобус. Ну, надо все. Аминь. О, бутылка. Бутылка, это очень топ. Пойдемте на второй этаж. Может быть, я кого-то здесь пропустил. Я, кстати, что еще хотел? Давайте посмотрим, что может быть мы здесь можем. Изготовление более эффективных аптечек. Да, тут надо вот это. Да, более эффективные аптечки на самом деле нормальные. Тут здоровье, ладно, так и быть можно пропустить. Музон топовый. Так, ну что, теперь-то я увижу кого-то. Вы видите его? Сука, да как же бесят эти засветы. Если я выйду, еще будет жжда. Нет, не будет уже. Я искренне не понимаю. Я искренне не понимаю, где он. Просто хоть убей. Ном-ном-ном. Можно спуститься. Мне кажется, сюда сейчас зайду уже на свой двоих. Просто смотрю в другую сторону, поэтому здесь будет нормально. Сейчас я надеюсь, каких-то других солдатов не напорусь. Солдат. И солдат, Саш, пожалуйста, не напарись. Человек прошел про болгарский язык. Два. Здорово, бро. Смотри, может быть, здесь кто-то есть? Еще двое. Окей, еще один. Так, где? Он же был здесь. Он же не поднялся никак на второй этаж. Чел, ты где? Где он? А, вот. Тут я такой патруль-то прописал. Ладно, на дверь. Вообще просто пипец за ним бегать.
Not a wolf. Вот теперь все. Вот теперь хорошо. Можно даже начать плутаться. Да, начнем, конечно же, с вот этих вот. Тут пачка на прокачку. 4-5, не знаю. Мне кажется, что все-таки самое важное это именно количество. Не что за пушка. Не что за пушка, а количество зарядов пушки, поэтому возьму лом. Вообще, конечно, лом, который ломается за 5 ударов об человека. Ну, типа, как же быстро вы свыклись с дерьмовой металлургией нация ластуфасеров. Так, это пробегали. Сейчас просто надо пробежать то... Да. Книжки вообще топ. Не, именно пушка, если мне не изменит память, всего 4... Но она ваншотит. Да, ваншотит? Блин, пойду тогда возьму ее. Да, она выглядит прям топ. Замена. Блуджион. Я еще могу ее апгрейдить потом, то есть типа три ваншота сделаю ей, а потом ее сделаю из нее апгрейженную пушку. Ой, ты у меня дупа Моргенштерн. Будешь убивать, и такая: я как шейх. Хорошо. Но, к сожалению, не очень разбираюсь в репертуаре. Не могу нормально держать этот бит, но ничего. Так, ну мы видим, что там есть проход. Он, да вообще дохлый уже. Не переживай. Он свое наполучит. Пошли на третий этаж. Так, это мы проверяли? Я припоминаю, что проверяли, но... Капитан, планируешь смотреть сериал Fallout? Да не особо, чтобы планирую. Может быть, мне его на стриме как-нибудь закажут. Тогда я посмотрю. Я парень простой. Я уже не до конца сам себе принадлежу. Что? Просто подожду. Так. Перчик какой-то лежит. Что за перчик? А, Патрик Миндербовичок. Вау, то есть какой-то тут прям привал был. Нам, скорее всего, туда. Значит, смотримся сначала здесь. Хотя здесь, смотрите, как красиво. Как в Москве. Just need to get down to the street. I can do this. Если кто-то и может, то это ты. Смотрите, какая у них у всех подготовка. Нормас. Нормас у них вайбу. О, это у них. Ха.
Так, устойчивость дробовика, устойчивость тебя. Слушай, может быть, 4 оптика бахнем? Давай 4 оптика. Давай 4 оптику бахнем. И вот прям в основном стреляю вот этим говном, поэтому... Птички прицел позволяют, точнее, стрелять на дальних дистанциях, чтобы использовать всем, нажмите X. То есть, типа, пам-пам-пам. Смотрите, нажимаем так, нажимаем задержать дыхание и жмем X. Ох ты ж твою мать. Да, но лучше X, прицелился, зажал, задержал дыхание. Стейбл. Сложно, я буду путаться в кнопках, а к следующему стриму по Last of Us я уже все это забуду. Потому что это перепишется огромным количеством другой инфы. Нет места. Но это круто. Кейбл. Ребенок, родившийся у серафитов, подобен чистому листу. Ничего, кроме потенциала. Ты же раскрыл этот потенциал так, что превзошел все мои ожидания. Прости, что меня не было на церемонии твоего посвящения. Я помню, как мой собственный отец накладывал мне на щеки мокрые листья эвкалипта, чтобы унять боль. Со временем боль забудется, но шрамы будут вечно напоминать тебе о мудрости, пророчице. Мы несовершенны по своей природе и потому должны выглядеть несовершенными в ее глазах. Пусть она ведет тебя сквозь бури всю твою жизнь. Пусть твоя истинная сила всегда будет с тобой. Я тобой горжусь. Твой отец Эзра. Разговор о том, что мы вчера... Потому что о чем мы вчера говорили. Религия у людей — это самовосстанавливающаяся система. Не, такое не планируется. Такое делается. Так, давайте-ка посмотрим. Поехали. Так. Как обычно, я все просрал. Ищу. Ищу рум. Стелс. Немножко русского стелса вам. Вижу. Ready yourself. Ah!
Нормально сойдет. Угу. А здесь нету вариков такие, типа румы проходить без убийств. Это прям нормальная тема. Эти двое тут, это двое вот, этот один на моем левеле. Вот как-то он куда, они куда-то вообще еще спрыгнули. Так, хорошо. Челы так шумят, как будто сейчас мне прям на свиблу упадут. Последний глушитель остался. Ох, не хочу я туда. Кто? Да откуда ж... Сколько ж вас? Вас просто очень много. Чело, давайте как-то... Последний. Так. Так, тут раз, тут два. Блин, я так не могу вообще на этих челов нападать. Надо как-то с верхотуры. Чего, брат? А, вижу. Чел. Как ты каши не сваришь? Почему я хедшот не поставил, не понимаю. Но... Такой себе боец Баки, на самом деле. Record down. Я пытаюсь. Тут есть проход. Тут есть проход. Да блинский магнитофон, я хейчу это дерьмо. Ну это просто трындец. Я не хочу к ним прыгать, а они с молотами. Этот чел меня просто покрошит. Просто покрошит. Пошли как-то обойдем. Наконец-то кто-то прёшь? Да. Где? Нет, отступил. Какая-то кто меня там видит? Где кто? Ага, вижу. Да пипец, я и боюсь к ним спрыгивать, но это же полный... Ладно. Хорошо, надо спуститься сначала сюда. Тут уже понятно, сейчас. Сука. Это реально хедшот, но не убийство? Какой же ты неприятный. Чел, это просто, ну, ни в какие ворота.
Так, слушай, все, я понял тебя, извини. О. Реально стальная башка. Я просто уже не могу. Ага, вижу. Он наконец-то пришел на мой левел. Вы что, гоните? Вы гоните просто? Вы час не могли прийти ко мне. Сюда. А где мой кирпич хоть какой-нибудь? Нету? С камеры заскамили, да, есть такое. Угу, вижу. Если стрельба от Хапитана, но нормально сойдет. Так, хорошо. Мы с этими разобрались. А вот же вот этот кирпич здесь был. Как же вас много, чела. Я не понял, где он. И вот там голова. Гонишь? Это как вообще вы? Это как вообще? Так. Начинаю играть очень грязно и очень плохо. Мне это не нравится. Надо тратить меньше. Они не стоят того, чтобы так сильно... на них отдавать ресурсы. Они все тупые бамбры. Ага, вижу. Последний. Так, самина. Это еще не последний. Нет, это последний. Все отлично. Так, этим пистолетом надо тоже работать. Он типа хорош, по идее, против больших чуваков, которые с лысинами, которых хедшотов несколько, на которых несколько хедшотов нужно сделать. Я так полагаю. Выходит, разу работает, да, вот эта штука с низи сиденья не будет. Выходит, верняк так-то. Там, скорее всего, туда, поэтому сначала я схожу сюда и вниз. А
Правильно говоря, тогда нести денег не будет. Так, что-то здесь облутали, что-то здесь как-то более пельменее помойно. Крепеж, тряпка, херня. Покушалка. Ага. У меня тут пайпуха. А, сразу две пайпухи делаются, кстати. На секундочку. Ну, не знаю, не, бутылка ценная, спирт не очень ценный, поэтому пока я пайпуху одну не потрачу, не буду делать другую. За половинное вылью, так сказать. Погнали далее. Это что за фигня? Кто? Где? У меня есть оружие со скопом. Ты почему встала? Лечь. Ага, хорошо. Ну, в этих кустах можно как бы ассасинейшены и поделать. Предлагаю заранее их всех снять. Ага, вижу одного. Ох, ты же ёжик. Да ты гонишь, это не хедшот. Вы гоните, это не хедшот. Вы в порядке там? Вы по, у вас с регистрацией все хорошо, ребят? Рамовская техника у ворота от пуль. Индит вообще. Эбби жмет изи сотку. Это точно. Она тут не шутки шутки. Это что-то ППГ. Я жму. Жму. Ты че такая мощная собака? На тебе. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, пойду закуп, подержусь. Бербы. Поехали. You know what? Just how about we hold off on the Isaac talk for just a minute? Owen, when's the last time you were here? Look around. Take it all in. What did you do? Is Alice out here? She's out with Mel.
Как ее потрясти-то? Это вот все, что у меня есть? Очень качественно. О, он молодец. For the most part, yeah, I mean, she can be really sweet. Must feel nice after me. Well, under that badass exterior, you can be pretty sweet too. You have a bad memory. Selective memory. Mm-hmm. Ну, чё я сюда пришла? So, as I was saying, you know, just rip out some vines, paint some walls. Wait, you're not painting over Max's mural. I'm embellishing it. Oh, you've really moved up from graffitiing firefly tags. Oh, did you hear another firefly joined last month? Ex-firefly. Well, she'd also heard about a regroup in Santa Barbara. Was there any proof to go along with that rumor? No. How about that? Так. So, anyways. Угу. Чего? Did you take up archery or something? Or something. Mm-hmm. Лук — это топ. Блин. This feels nice. Угу. Ну, вообще тут круто. Это все могло быть твоим. Well, this looks complicated. Don't touch that. Abigail. You doing a science experiment? Kinda. Making some prime hooch here. If you're nice, I'll give you some. Lucky me. Prime hooch. Так, ну дайте мне, где хуч-то? Хоть и нажрёмся. Вот его лук топовый. Вау, какой он. Это детский? Ah, that explains the target. Oh, yeah. Mel and I have this competition thing going. Нельзя выполнить загрузку. It's pretty complicated. I see what you're doing. And it's working. What do I do? Okay. See those targets? Yeah. Mm-hmm. Just hit as many as you can before the time's up. I win. You better write my name up there. You got it. Так, попробуем. That's one. Yeah, proud of you. Two down. And more to go. Shake it off. Good for you. Ага, нужна навесную. Ah. Еще выше. Wow. Isaac would be ashamed. Сука. Holy shit. Five. Halfway there, Ed. Нет. Too bad. It's a really complicated piece of machinery. You're such a dick. 30 seconds. Two to beat me. No pressure. Где еще? Actually very proud right now. You only need one more. А где? Just 10 seconds left. А где? Я же не вижу. Five, four, three, two, one. А! Не... I did it. Там еще First было. Try. Я их не находил. Yeah, it's great. Фух. Good at everything. Shut up and put me up on the wall. I will. Later. Are you scared of Mel finding out I was here? No. She doesn't care. So put me up on the board, Owen. All right. Go
Calm down. Okay, there's one last thing I want you to see. Come upstairs. Is it that boat captain's body? Because I saw it last time. You didn't put a Santa hat on it, did you? What? No. That would actually be kind of cool. Да, это было бы прикольно. Не убирать же его, он же засох, че, посидит. After you. What is all this? Festive. You gotta get the full effect. Have a seat. Take in that view. Это все могло быть твоим, если бы ты не была тупицей. Че, как твоя жизнь лучше, чем это? Now, try that. Well, the view is nice. Oh, whatever. Philistine. You want me to lie? Yes, obviously. She's into this Christmas thing, and it's our 1 year. So, I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. What, a stocking? Or someone who loves me? Why are you in such a good mood? Am I? You should blow off training tonight. Abby, when the moon comes out. I found Joel's brother. He's at a settlement out in Wyoming. How do you know that? Some fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit like a decade ago. Yeah. So, have these guys heard from him since? It's a lead. I gotta see it through. Okay, but you know that even if he is there, and you do find him, he might not know where Joel is, right? Да. Did you tell the others? Everyone's on board. Mel included. Mel! Договорилась. Maybe next week. Договорилась с Мел за спиной Оуэна. Isaac's never gonna let that many people go off base. He already did. Bullshit. Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done. Hey. We're doing this together, right? Ой, шли, ё, бро, просто шли. О, господи. Труп. Она сама сдохнет и вас в говно втянет. Все, приехали. Нас тащат на костер. Ну да, тут атмосфера-то получше.
Найс. Класс. Это... Это не их ли движуху мы? Апостат. О, боже. Clip her wings. О, да. Хорош. Элли, give them hell. Хорош. Хотя вряд ли это Элли, да я не помню, чтобы я за Элли такое делал. ГГ! О. Новые действующие лица. Yara. Demons are coming. Cut her down. She's one of them. Lev. Новые действующие лица. Watch your backs. Да, прям так. Кайф. Я же жал, ёпарсите. Нет, меня отскушали. Суки. Вот суки. Вот суки. Да близкий магнитофон. Да я же жрал, да ты бесишь. Вот суки.
Раз. Давай, говни. Да ты будешь его убивать? Что с тобой? Так, ладно, пацан, ты, короче, танкуй. Бесячий абсолютно. Угу. Красава, пацан. На тебе. Тихо. На тебе. Хорош. Хорош. Wolf, come on, we have to move. Where are you going? Out of these woods. We gotta run now. Окей. Так, ну начать бой заново. Можно еще заново бой начать. Но я думаю, уже ладно. Ну что, ребятуся? Не говорите даже мне, сколько мне еще осталось. Думаю, что дофига. Завтра 24 в Тбилиси. Ух. На этом на сегодня, наверное, все. Много еще. Ну, это кайф. Игра отличная. Мне нравится. Мне нравится. Она держит нарратив прекрасный, мысли простые и нужные. Вообще все в ней прекрасно. Просто все в ней прекрасно. Все в ней прекрасно. Да. Единственное, что спасет эту игру, это чтобы саморазвивающуюся и прогнали через игровые сессии минимум 2 миллиона раз самого выживающего и опять прогнать 2 миллиона раз по сессии. И зачем это надо? Получившийся продукт вывести на игру с пользователями со сбором данных каждые 2 недели на бете-основы. В конце должны получить достойную модель UI, которая может использоваться игровой инструментал на более-менее хорошем уровне. И... А это нужно зачем? Ты казуалыч? В смысле, ты понимаешь то, что казуал — это слово обычный? То есть, как бы, казуальный — это тот, который нужен. Типа, не казуалыч — это херня не для всех, которая нахер кому-то нужна. Понимаешь? Автор сообщения — высококлассный программист со стажем. Оператор Midjourney. Понял. Странно, а чё сам-то не понял-то до этого? Так, чё, пора врубать. Мне, пожалуйста, с концами. Настройки питания, включить систему PS4. Ой, так. Здесь приятные такие звуки. Так. Ну, в теории, в итоге будет модуль со сложностью на 10 из 10, и потом просто сделать казуальную сложность, понизить вручную. А это надо зачем? А это вообще зачем? Игра, на самом деле, не особо, чтобы про геймплей. Огромная часть вообще сложности в играх подобного жанра заключается в том, что тебе дают достаточно неудобный инструмент для решения. Представь себе, тебе бы дали клавиатуру и мышку. Типа, был бы здесь челлендж, например, какой-то. Можно было бы просто всем по башкам стрелять с лука и радоваться жизни. Я на сегодня все. За сегодняшнюю альтернативу мы, кстати, благодарим не кого-то там, а Слейка. Я на сегодня все, дорогие друзья. Завтра выходной, а послезавтра, по-моему, Талос, да, у нас послезавтра? Да, мы проходим, Да, послезавтра Талос, кайфуха. Мы проходим
Добиваем там какие-то последние миссии, проходим DLC. И у нас снова будет выходнумба, потом Якудза 8, потом Санни Бой, потом монолог фармацевта и Скет Дэнс. Все. Я на сегодня все. Большое спасибо, что были со мной. Чепчмок Пузика. Пека-пека-пека. Давайте. Пока. Уничтожь завтра мир. Да все, проклятие разрушено, уже я все сказал. Так, что я хотел? Просто друг другу деньги переливайте. Ну есть такое, да. Ну а чего нет?